Да, всем привет, ребята. Давайте эту музыку включим. Короче, купили мы палатку и ездим по берегу, по Арабатской стрелке. Ищем место, где хотим ее хоть разобрать, посмотреть, потому что покупали бушную. Нам с Польши ребята, друзья, знакомые привезли. Мы вообще не знаем, что там за палатка, как ее ставят. В общем, будем сейчас первый раз ставить. Палатка вот, немецкая. Да. Немецкая? Не польская? Ну, с Польши, но немецкая. Ну, в общем, завернули мы вот... Ищем место, да, где вот типа какие-то кемпинги для палаток. Мы уже проехали... Вот мы просто едем и смотрим, где можно заехать. Да. Мы уже проехали от Геническо до... Уже проехали Счастливцево, да? Уже мы почти в Стрелковое заехали. Нет. И мы не можем никак... Видим, палатки есть, но заехать мы не понимаем. Ну, в общем, нашли мы вот такой вот шлагбаум. Не знаю. Может быть, я тебе сейчас открою? Так я открою сейчас. А что ты не в курсе? А как и там вот они стоят? Как там заезжают? Что-то мусорные баки. Здесь какая-то база. Ну да. Ну, пойду я спрошу, пустят, не пустят. Или... Или ну его нафиг, никого дальше нету. Ходите, да, где? Ага, буду и тут еще ходить. Ладно, поехали тогда дальше. Так, прибыли. Нашли подъезд. Поставили машину. Вот там, ну, прям к берегу моря мы не подъехали. Решили так, потому что пока мы ездим, ездим, уже надоело ездить. Валера пошел за штативом, чтобы камеру поставить. Вот такая вот наша палаточка. Вот такая фирма. Что там? Посмотрим, за сколько мы ее соберем. Тяжело, не тяжело. В общем, все увидите сами. Смотрите. Как там Валера говорит, не переключайтесь. Тибет. Тибет. Да. Вы сказали немецкое, я же уточнил. А, это, наверное, она такая похожа на эту. Вот, короче, трехместная. 210 на 210 она размер ее. На троих? На троих, да. Подводим на троих. Короче, выглядит она... Ну, Лёпа, ты и я, правильно. Выглядит она вот так, видите. Двойная. Ну, по-немецки это... написано вроде. Слышишь, я... А, ну да, по-немецки написано. Если я, как я так понимаю. Я думаю, что она такая же, типа, похожа все равно на нашу пляжную, с такими же палочками. Ну, в принципе, она тот же. Да. Вот, кстати, схемка. Смотри. Тут есть какая-то расставляет. Сначала низ. Разложишь, потом, короче, фиг его знает, а потом сверху натягивается еще вторая часть. А где эти колышки? А, вот они. Там, а, ну, она похожа даже. Слышь, да, даже такие похожие все... палочки. И палки такие. Так что, у нас тоже со спортмастера немецкая палочка? Может быть, у вас немецкая палочка. Ну да. Ладно. Ну что, погнали? Может, да. Помогай. Да подожди, сейчас же надо. Не знаю, как ее. Я ничего не знаю, я ничего не знаю. Это вверх, наверное, да? Тихо, чтобы ничего не потерять. Подожди. А в смысле вверх? Одно типа должно быть? Нет, это сначала аж первое. Как там по схеме? Так, сначала посмотреть. Дно. Сначала дно. Хватит выпрямиться, что песок. Хоть посмотрим, подожди. В каком оно состоянии. Вот. Вот это дно. Да давай хоть высыпем из него песок, это не еще песок. Так, сначала берем эти колышки. Я так понимаю, тут и для внутренней части, и для внешней. Только что-то они все разные. Не пойму я. Разные, не разные. Ну ладно. Сейчас, давай. Я так понимаю, надо было же, наверное, взять какую-нибудь, чем вбивать. Да? Хотя бы давай притянем. Давай. Растянем. Вбивать. Сюда, зачем вот эти, что вот это за штучки? Ну, не знаю. Стой, что не вбивай пока. Сейчас мы просто пометим, а потом он кирпичом повбиваем. Сначала на четыре части так растянем ее, да, хорошо, да, получается? Так. Давай кожу. Даю. Нет, ты же рукой не сможешь. Так нормально забить.
Кирпичи, он руками нормально. Не, ну кирпич, он ногами. Вот это единственное, вот сюда кирпич. У меня вода течет. Не знаю, потом будем разбирать. Так, это колышки остались для второй части верхней. Сейчас вставляем как они называются? Натяжки эти или как растяжки? Я не могу понять, это что-то она одна, где вторая. Не знаю, сейчас посмотрим. Подожди, они одинаковые, что ли? Не так, Олег. Она продевается одна отсюда. Ну я так думаю. Вот, смотри, снизу. Снизу продевается? Конечно. Снизу продевается. Так. Ну, через всю палатку, правильно, сколько на пляжной. А сколько она здесь? А куда она тут впихивается? Подожди, а вот это что это такое? Это сверху потом, вторая часть. А куда она, откуда не справляется это туда? В середине? Или где? В конце. В конце туннеля, как говорится. Может, вот тут вот, те штучки для этого не подождут? Туда, для чего? Чтобы туда, да, наверное, стремить. О, видишь? Сообразили. Так, разгадали, для чего? Да, вот эти вот штучки. Вот эти вот. Там убери, я покажу вот эти. Думаем, для чего они. Все, что ты тут суешь, я хочу показать. Сую. Так я же хочу показать, а ты тут суешь. Вот. Потом думаю, нафига они нужны такие. Теперь понятно. То Аня сначала вообще подумала, что это колышки такие. Так. В общем-то, нет. Ничего сложного вообще нет. Сейчас еще по краям, потом будем вторую часть натягивать. Вот это круто! Да? Да. Что ты там поднимаешь? Подожди, а вот эта штучка, как она потом подвесит? Может, вот так вот как? Это не знаю, да, наверное, что-то сюда. О, видишь, сообразила. Строим себе дом новый. Поедем за Лёхой. Завещаем. Будем начинать. Вот это. Попридали вот это. Да ну мы ж просто наживляем, да. Мы ж пока, наверное, сегодня ночевать не будем. Что, мне кажется, перекосился центр. Не кажется тебе? Да. Она перекосила. Видите? Курить. А, спички нельзя палить здесь. Тут даже вверху есть подсвечивать можно что-то. Так, давай такая, дальше. Такая, не маленькая. Ну, это вторая часть. Верхняя. Нет. Сейчас ну, это ж, сейчас увидишь. Может, вторая палатка? Не, ну ты же не видела, когда... Да я помню. Это ж двухслойная палатка, которая защищает. Ага. Это теперь как-то... Короче, разобрались, да, чуть-чуть? Не знаю, может, да, может, нет. Это мы первый раз в жизни вообще имеем дело с палаткой. Нет, какие-то натяжители, наверное, против вот, какие-то там, против шторма. Или... Я понятия не имею. Пишите в комментариях, да, что мы для не чего. Так делаем. Да. А это что такое? Я не знаю. Ну ладно, давай хотя бы просто что посмотрим что? Общий вид. Еще давай вот этот поставь. Так, во-первых, надо какую-то фигню, чтобы вбивать. Во-вторых, посчитать, сколько их всего надо. Сейчас мы понанизываем. Так, кто там в этом всем разбирается, не смейтесь с нас. Да. Я, допустим, вообще в жизни никогда не ставил палатки. Аня хоть, говорит, в путешествия ходила там. Когда, в детстве? В детстве. Ну так все равно хоть память какая-то с детства есть. Вообще никакой памяти.
Никакой пламени. Ну, я вообще никогда ни одной палатки не ставил. Я же ставила в детстве. Хотя... Бабушка со знакомыми не ставила. А ну, давай еще колышек. Нет, ты что-то зачем ты это делаешь? Я не знаю, что зачем ты делаешь? Тут натягиваешь? Тут надо как это натянуть. Ну, должно... там натянул так же. Я не знаю, как оно должно быть вообще. Это натянуто или нет? Наверное, не натянуто. Натянуто, конечно. Нет, как оно натянуто? Вот это вот должно быть все натянуто, потому что когда смысле? Ты его открываешь, тебе должно быть... Что должно быть? Там еще место для вещей, как говорится. Серьезно? Да. Ну, как у людей натянуто. Что ты решил? Как, чего? Ты думаешь? Что вот, да. Давай попробуем. Валера нашел кирпич. Короче, что-то у нас не получается, чуть-чуть мы не можем разобраться. Не, ну что, вот это, там, вот, во-первых, эти колышки. Вот да, что это такое за черные вот эти а вот? А и внутри там? И внутри, да, вот это вот. Это надо присобачивать. Ну, в смысле, вот на вот эти штучки. Для чего они? Тоже ж, наверное. Короче, мы не можем разобраться. Ребята, пишите комментарии, кто знает. Все убивается, не все, а вот это перед. Мы же тут ругаемся. Какой перец? Где вообще здесь перец? Где зад? Ну, какая разница? Пускай у тебя это будет перец. Так, вопрос. Это вопрос. Вот это вот надо тоже? Сейчас. Вот, вот это за что? Я думаю, что вот это вот надо. Подскажите, вот эти вот фиолетовые тоже же надо вздевать? Давай, закрой. Ну, давай. Закрой. А для чего они? Кто они? Вот эти штуки. Наверное, тоже сюда фигачит. Но спереди, наверное, входа аж два. Да. А что тут так? Она должна быть натянута? Да. Типа вот так? Ну, конечно. Понятно, что мы чисто символически ставим. Да. Как раз для того, чтобы научиться чему-то. Мне кажется, эти колышки не подходят. На них кирпичи надо на все. Повылетают? Мне кажется, кирпичи повылетают. На пол. Все. А здесь тоже типа должно быть? Ну да, я думаю, что она должна быть натянута. Пошла бы посмотрела, вон там палатки стоят. У них там таких палаток нет ни у кого, да, все такие здоровые палатки. А-а-а. А также второй выход. Да? Это я так думаю. Пишем, правильно я думаю или неправильно про пол. Вот эти вот. А это, наверное, давай. Просто... Сюда вот и тут? Да. А, это... да, один куда? А, один я вот думаю, сюда? Что просто их не... Один вот сюда, да. Все, как... Ну ты можешь хоть 10 штук себе еще добавить. Вот. Давай попробуем. А вот эти вот полочки вбивай сюда. Давай, давай. Короче, ждем от вас комментариев, что мы не так сделали. Да, подсказывайте. Да, потому что первый раз. Это вообще. Даже никакого понятия я не имею логики. Ну, логика какая-то своя есть. Это будет вам тема. Посмеяться. Да, рассказать. Поржать. Написать там криворукие, какие вы еще там. Кривожопые. Обсываться. Да. Прикольно. Палаточка. Уже дом. Давай расстелим. Ложе. Подушек нет. Вот, кстати, 2.10 на 2.10. Это значит, за матрас можно купить. Все? Да. Держи. Я закроюсь. Давай. Это мой детский сад, да? Детский сад. Домик. Купили так, домик. Ну, смотрим. Сначала мы закрываем это, да? Вот так. Наверное. Сначала закрывается вот эта штучка. Да зачем же задохнемся? Хочу... Да подожди. А дышать чем? Да сейчас проверим все. Потом закрываем вот так вот. Вот так вот. О, тут смотрите. Смотрите, тут кармашки есть еще. Ну что, ты даже дырочки уже видишь? Да нет, mm-hmm. Тут просто светится. Сейчас ничего не пролезет. Смотри, кармашки. Кармашки. Ну, ложись. Как надо. Спать? Наверное. А, ну без разницы, 2.10 на 2.10. Ух, и жара тут днем. Капец. Вообще я мокрая. Я мокрая сижу. Нравится? Так пойдет. Лепочку закрыли, и все нормально. Целая, тут... нигде же не порвана, ничего. Не, все нормально. Пока еще. Да, слава богу. А что, если они рвутся? Они рвутся хоть? А можно воздуха? На, держи. А с той стороны открой теперь.
Попробую с другой стороны открыть. А, ну тут, блин, если честно, холодно не будет, блин. Тут моментально жара такая. Давай сделаем скользнее. Я скользнее. Как в парилке. Жара моментальная. Капец. Открывай, открывай. Вообще тут можно охренеть, да? И там открывай. Ну, костюм сауны для похудения. Да, вот это худеть можно нифиг делать, быстро вообще. Опа. А, тут есть на липучечке. Раз. О, и вид на море сразу, слышишь, Аня? Утром просыпаешься. И все, и на море. Смотри. Доброе утро! И пошла. Не надо переночевать все равно. Конечно, мы переночуем. Вот возьмем, соберемся хоть сегодня. Да, нет, сегодня. Так, вот это мне непонятно, что оно тут так гуляет. Нет, как оно должно. Да, я думаю, что тоже присобачивается, с той стороны получится. А вот здесь типа как? Да, натяжка идет. Подожди, а что это за резиночки какие-то, ты видишь? Не понятно. Короче. Ты не пойму. Вот эти, что это за резинки? Как они? Я думаю, тоже. И здесь внутри еще какие-то резинки. Ну, опять это же. Для может, это... Кол, может быть, еще дополнительные колочки ты покупаешь, и чтобы она точно не улетела. Понимаешь? Не, ну это резинки, это не колочки, это какие-то резинки. Ну, причем тут они очень такие слабые. Даже... Значит, веревки натягиваешь или на веревках. Может, это для чего-то там для матраса. Все, все тоже мокрое. Да, все равно не могу понять. Вот это забирается, ты видишь, что должно как-то, может, да, тоже натянуться. Должно там что-то быть, да. Ну все. Да. Короче, нас... пишем комментарии все, какие колышки куда, для чего вот эти палаты, все черные пишите. Штучки. Ты говорила, за сколько мы купили? Мы купили за 1000 гривен. Пишите, дорого, дешево. Ну это нам интересно. Типа по знакомству, знакомым. Ну да, туда. Типа недорого. Сказали. Ну я думаю, недорого. Ну для дороже. Такой палатки, мне кажется, это нормально. Ну да, это мы же показали немецкую. Все, мы пляжную. А, ну да, ну пляжная же новая была, это ж не новая. Ну какая разница, что это палатка? Ну не знаю. Пишем показ. Все, ребята, пишем комментарии, что мы правильно, что неправильно, не судите строго. Кошмар, может быть, вообще это так в жару снимается, вторая часть, да? Ну, не знаю, может быть. И нет. Тогда просто ты с одной сидишь. Она ночь закрывает или как? А, ну это же одна прозрачная. Зачем ее снимать, одевать? Ну, я понял. Ты это я так сказал, не подумаешь. Мне кажется, ветер более-менее, если будет, все, хана. О, зато можно сейчас переодеться. Может, какие-то колышки надо разрывать. Ну да, зато можно переодеваться. И идти купаться. Все. Ну да, недолго по времени. Ставим лайки, пишем комментарии, все пишем, что мы неправильно, какие колышки для чего. Вот эти для чего. Почему вот этот, как вот этот пол, он еще должен как-то натянуться, еще он гуляет, я не могу понять. Вот это вот, подожди. Что ж, мы вам все время советуем, теперь вы нам подскажите. Может это как-то, блин, подожди, ничего не пойму. А, я понял, может быть оно вот тут как-то скручивается, понял? Вот, чтобы... Нет, наверное вот здесь, вот как-то, вот тут. Вот этой резиночкой как-то берешь, вот смотри. Вот, а, смотри. Вот, типа соединил. Да, и вот так закрыл, да. Понял? Чуть-чуть сообразил. Понял? А, ну и что? А, типа открыто? Ну, на днем, да, чтобы ты когда днем. Наверное, как-то так, да, вот, раз. Ну, наверное, пол ходуном ходит. Ну, пол, да, ну, на пол, наверное, же ложатся какие-то. Ну, а тут пол еще может... А, нет, так тут нету пола, ты его никак не натянешь. Наверное, так и должно быть. Ну, короче, да. Здесь должна что-то тут положить, какие-то матрас, карематы, да, и все. Ладно, все, всем пока, подписываемся, пока. И вот, вам смотрите. Не курите.